На этих кассетах буддийские поучения. Йогин может слушать их на магнитофоне, который питается от солнечных батарей. Они скользят руками по асфальту на деревянных колодках. Мы спрашиваем, прерывалось ли их путешествие из-за снега. Они отвечают, снег не проблема. В такси наш водитель показывает нам своего учителя, Ламу Дорджала. Отсюда он отвечал на вопросы жителей. Они могли общаться с ним через это окно. Репа Цултрим Тарчин. Через три дня мы покинули Ламу Дорджала и загадочный мир йогинов Тибета.